Я приветствую вас, уважаемые мотоциклисты, и тема этого видео прямо перед вашими глазами. Лапша, макаронные изделия, которые вводят меня в ужас. Да, это видео является продолжением предыдущего, где я поставил усиленную обмотку на генератор и поставил вот этот трехфазный реле-регулятор. То есть в этом видосе я подключу все вот эти вот собли, короче, на место. Все нормально постараюсь прокинуть. И сделаю замер для вас, чтобы вы понимали, хватает заряда или не хватает. Когда я собирал эту систему, я не подозревал, что там будет столько макарон. И уж подавно не хотел, чтобы все вот так вот барахло вот это здесь висело. Но! Есть один момент, который нужно исправить. Вот это все не должно быть. Нужно все как-то переделать по-грамотному. Сюда я уже без кадра внедрил реле-регулятор. То есть вот трехфазное реле. Здесь я уберу блок предохранителей. Уберу реле. Потому что они будут больше не нужны. Так как я планирую поставить другой замок зажигания от скутера. Вот этот замок абсолютно новый вместо родного днепровского замка зажигания. И это неспроста. Так как все мы знаем, что у меня зажигание стоит на базе CDI. И в связи с этим мне нужен замок от скутера, так как у него... 4 провода, 2 из которых при включении зажигания замыкаются, а 2 наоборот размыкаются. А на стандартном замке зажигания Урал или Днепр при включении зажигания центральный контакт замыкает все остальные. То есть здесь нету контакта, которые бы размыкались. Вроде бы кажется ерунда, но это очень важно в моем случае. Так как у меня будет и аккумулятор, и мотоцикл будет иметь возможность работать без аккумулятора. Такая гибридная система. Ведь все мы знаем, что глушение двигателя на CDI, там, любых мопедов, скутеров, осуществляется замыкание массы на определенный провод коммутатора, чтобы мотоцикл заглох. А у мотоциклов классических с батарейной системой зажигания глушение двигателя осуществляется путем отключения плюса. В предыдущем своем видео про проводку я пропагандировал вот такие крутые влагозащитные фишки. Они и вправду очень крутые, но я не учел одного момента, а именно того, что они имеют очень большой размер. А здесь очень плотно одевается бак, и они тут очень хреново себя чувствуют. В связи с чем у меня появилась идея завести провода от пультов в фару. Как делают все советские мотики, заводят фару с этой стороны и с этой стороны. Они пройдут, тут я все скоммутирую и тем самым решу вопрос вот этой макаронной фабрики под баком. И как по мне, должно получиться все очень красиво, нарядно и аккуратно. Плюсом, если нужно будет что-то поправить... Не знаю, проверить, обслужить. Можно будет просто выкрутить один болтик из фары, и не надо будет сливать бак, там все это шурудить, гоношить. Минимум проводки в труднодоступном месте. Начал все я, конечно же, не с того, что подошел к мотоку и начал все колупать. А я заказал вот такие фишки на Вайлдберрисе. Комплект фишек, так как хочу вот эту фишку совместить в родном варианте с ответной, чтобы у меня была возможность снять замок, купить новый и болт-он его поменять, чтобы все фишки совпадали. Фишки на преобразователь напряжения у меня в заводском варианте, то есть его тоже можно безболезненно поменять. Останется только переделать маленькую проводочку, и все будет четко. Немного потекла тормозуха с гидравлики. И вся краска поднялась. Очень, конечно, прискорбное зрелище. Я подсниму в целом ключевые моменты, контрольные точки, где, что и как. Но сильно подробно, конечно же, не буду показывать.
Потому как вот эти машинальные элементарные действия, они не несут никакой пользы для человечества, а ваше время они просто отнимают. Плюс снимать и монтировать. Но кто-то просит, ну, ваше дело, но мне не по кайфу вот вообще все снимать, чтобы видео по часу шли. Моя цель — донести до вас самую суть, вот это вот немного дать, этой надежды, изюминки. Недолго подумав, я решил, что, скорее всего, начну с замены замка зажигания. Как раз пока я на это созрею, уже придут фишечки, я смогу его подключить, начать коммутацию. Далее, просверлю фары, закину туда вот эти жилы от пультов. У меня вот эта фишка сразу уйдет. И уже там что-то по месту, по ситуации буду копошить, ворошить, чтобы избавиться вот от этого клубка беспонтового, который мне вообще вот прям никак не нравится и даже раздражает местами. И в нашем деле очень важно, чтобы узел был не просто надежным, но и красивым. Так как на это вы будете смотреть, и мне будет самому приятно, когда там все классно. Прошла неделя, и пришли ништяки для проводки. Иду их забирать из маркетплейса. Там-тарам-пам-пам. Полные руки ништяков и полное лицо радости. Ну, практически все необходимое. Там немного надо переходников еще докупить. Посылки забрал. Внутри был вот такой комплект. Это набор коннекторов. Шестерки, четверки, двоечки, тройки. Например, вот эта шестерка. Для примера, зачем я их заказал? Если сравнить с тем, который у меня стоит. Но тут разница по объему в 3 раза. Соответственно, сейчас я это все переделаю и одновременно поменяю. Скажем, замок зажигания имеет фишечку такую родную. К ней у меня уже есть ответная часть. Как это все отщепить? Я ее запиную. И если замок вдруг выйдет из строя, я куплю новый. И всего лишь подоткну фишку. И все будет по стоку, по скоку. Много пинов. Черная рука от печки. Также пришли вот такие соединители. Это для проводов. Одевается термоусадка, контакт. Все соединяется без пайки. Все, будем пробовать, будем смотреть. Удалил старый замок зажигания и интегрировал сюда абсолютно новый. Конечно же, само собой попортил краску. Остались 2 лишние дырки. Придется подкрашивать. Вот такова цена переделок. Так, всего 2 положения. Выкол и вкол. Фишка. Все тут четко. Далее покажу вам фару. Здесь я сделал 2 отверстия с переходными резиночками. И получается, у меня коммутация основная произойдет здесь. Также будет тут же фишка на саму лампочку. И уйдет жгут в центральную проводку. Кому интересно, снимаю только для вас. Я думаю, остальным важен результат. Из фары сделал 3-ю проходку снизу. Тут сверху надо будет заглушить резиночкой. То есть жгут проводов. Тут все у меня закоммутируется, выходит из фары. И дальше будет соединяться с задней частью мотоцикла. Это же тут поворотники, стоп-сигнал, плюс и так далее. Я вот эту косу соединю вот с этой косой. Можно было бы, конечно, напрямую, но тогда не будет возможности снять проводку, там, скажем, отключить фару. Поэтому я тут просто поставлю пару фишек. Тут у меня 8 проводов. Поставлю 2 4-шки и все. Поменял вот эту фишечку. Тут она мне вообще не нравилась. Проложил жгутик, который уже более симпатичный. Все, принимаемся за перенос коммутатора. Все подвязываем и наслаждаемся. Задача на сегодня, уже 3-й день идет работы, убрать коммутатор из-под бака в этот контейнер. Так как активные элементы, которые могут выйти из строя, которые стоят под баком, это очень нехорошо. Они могут нагнуться, и для их диагностики нужно снимать бак. А снимать бак на Урале или на Днепре – это то еще удовольствие. Кто сталкивался, тот меня поймет. 2 hours later. Таким образом стало выглядеть вот эта моя проводочка. Основная паутина ушла. Я сделал перенос коммутатора из-под бензобака вот сюда.
в эту распределительную коробку. Здесь получился небольшой аккумулятор на литий-ионе, реле поворотников, коммутатор и модуль включения поворотников. Так как у меня поворотники по принципу Харли Дэвидсон. Такого плана. Днепр насыщает зажигание, заканчиваю с проводкой. Напряжение на генераторе. Включаю свет. На холостых оборотах. Выключаю аккумулятор. Холостые со светом. Выключил свет. Холостые без света. Подсобрал мотоцикл воедино, поставил бак, сидушечки, примерил кофры. Вот так вот они должны у меня стоять. Но нужно для них сделать для боковых крепления, чтобы они четко стояли. Пока что просто так прикидочно я их закрепил. Теперь скажу самое интересное касаемо генератора. Эта ускоренная шестерня, она воет в два раза сильнее, чем заводская. Вот сам ротор, статор работают хорошо. Напряжение хорошее, 14,2-14,3 вольта дает на холостом без проблем. При установленной фаре диодной лампочки на холостых напряжение не проседает ниже 13. При использовании родной лампочки на 40 Вт фаре без аккумулятора напряжение где-то 12-11,9 вольт держится. Но в принципе нормально. Светит хорошо. Кому устроит вообще с кайфом. Это генератор, зажигание и все сразу. Буду тестировать, буду пробовать. Одновременно в рамках этого проекта с генератором перетряс абсолютно всю проводку. Убрал коммутатор из-под бака, чтобы в случае какой-то люги его оттуда не ковырять, не доставать. Поставил вот здесь реле регулятор. Смотрится очень круто и здесь ему самое место, оно хорошо все охлаждается. В боксе теперь коммутатор. Реле поворотников, блок управления поворотниками и аккумулятор небольшого размера. На кофрочке классно, конечно, смотрится. На этом данное очень познавательное, интереснейшее видео я заканчиваю. Все, всем пока. Стройте, кайфуйте, ничего не бойтесь. С вами был Вадим, канал про мотоциклы. До встречи в новых видео.